Несмотря на большое разнообразие хлеба на магазинных полках, попробуйте сделать его самостоятельно. Посмотрите, как приготовить горчичный хлеб, он получается очень нежным внутри с хрустящей корочкой. Рецепт достаточно простой, он под силу каждому. Если у вас есть хлебопечь, это значительно упростит процесс, однако, и без нее выпечка не отнимет много сил и времени. Главное, что домашний хлеб значительно вкуснее и полезнее магазинного, ведь продукты для его приготовления берем свежие и качественные. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Молоко переливаем в миску или кастрюлю, отправляем его на огонь и немного подогреваем. После этого всыпаем сухие быстродействующие дрожжи, добавляем щепотку сахара, оставляем на 15-20 минут. Как увидели, что дрожжи поднимаются, добавляем горчицу и майонез. 2. Муку обязательно просеиваем через сито для обогащения кислородом, что впоследствии даст нежную и легкую выпечку. Насыпаем соль и перемешиваем. 3. Тонкой струйкой вливаем к муке и молочную смесь и перемешиваем лопаткой, затем замешиваем руками, оставляем тесто при комнатной температуре на 1 час. 4. По истечении времени обминаем тесто еще раз, отправляем его на противень с пергаментом и придаем ему желаемую форму, оставляем еще на 60 минут. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Смазываем немного подсолнечным маслом, отправляем в духовой шкаф на 30 минут при температуре 200 градусов, наслаждаемся вкусной и ароматной выпечкой. Подписывайтесь и ставьте лайки. А теперь ингредиенты. Пшеничная мука 400 грамм, горчица обычная 1 столовая ложка, майонез 4 столовые ложки, дрожжи 7 грамм, молоко 200 миллилитров, соль 1/2 чайных ложки, сахар 1 щепотка, подсолнечное масло по вкусу, количество порций 8. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Заходите снова.